Выполнил я очередные квесты. Нужно было развивать наше с вами заведение. А точнее, нужно было квесты продавать просто еду нашим посетителям. Все, заработал я какой уровень? 13 уровень, я не помню. По-моему, в 7 серии у нас был с вами 9 то ли 10. Вот это, честно, не помню. И сейчас по квесту нужно будет подойти к торговцу. Я так понимаю, что на данном этапе игры у нас будет доступна рыбалка. И да, что я хотел сказать по поводу игрушки. Это уже 8 серия, если не ошибаюсь. Я могу кое-какие подвести итоги. Что по поводу таверны я могу сказать? Если ты будешь один играть, если у тебя нету друзей, к примеру, как у меня. Да, хэштег «Хочу найти друга». Если ты похожа на Дрю Бэрримор, молодые годы, то напиши мне, будем дружить. Так вот, вот это вот столик одного мне хватает за по глаза. Не знаю, зачем мне такое большое пространство. Возможно, из-за того, что есть еще типа 3 человека, и они тебе будут помогать. И кто-то любит заниматься, к примеру, квестами, кто-то любит готовить, а кто-то работает тут официантами. Но в одного это очень тяжело делать. Ну, то есть ты не успеваешь за всем следить. Так что я надеюсь, что у нас будут помощники, ну, NPC-шки какие-то. Если нет, то у меня таверна так и будет постоянно закрытая. Новости с полей, точнее, с берегов. Говорят, на берегу кличет тебя кто-то. Помощи попросит какой-то... Вижу, подвига твоих слухами земля полнится. Я бы поторопился, мало ли что. Найти девушку. Угу. Арчи будет искать себе девушку сейчас. Прям в игре. Прикольно. Так, а я таки извиняюсь. А что здесь? Яичко делает. Так. Давай выбросим, давай посмотрим. Да, кормушка 10, водичка 10. Я даже не трогаю. Пусть себе так и будет. Так, квест. Поговорить с торговцем, проверить берег озера, поговорить с торговым, здоровится это. Ага, найти девушку. То есть у нас русалка, да? Русалка у нас, по-моему... Погоди, где у нас озеро? Надо посмотреть будет. Так что реально, если ты похож на Дрю Бэрримор, напиши мне в комментариях. Так, озеро, лес, болото. То есть озеро вот туда. Хорошо. Побежали. Я так понимаю, нужно будет сейчас выполнить пару квестов русалки. И тогда у нас будет доступна рыбалка, я так понимаю. Только надеюсь, квесты будут такие. Принести ей яблочко. Не знаю, сделать ей там массаж. Включить романтическую музыку. Чтобы не было ничего такого сложного. Кружка мне. Кружка мне не нужна. Этого добра у меня хватает. Ячмень. Ячмень тоже мне хватает. Во, а вот и мадемуазель. Да ты шо, ля какая. А? А? Здорово. Ух ты. Живая 3D-женщина, только наполовину. И что же ты здесь делаешь? Жду тебя. Интересно, зачем? Я и плавать-то не умею. В том-то и дело, что нужно... А, не нужно плавать, у меня просьба. Сухопутного характера. Что ж, тогда я к твоим услугам. Так, случилась неприятность, и то, что раньше было гладким и чистым, заросло. И поселилась живность всякая, которая тут не место. Нужно это очистить. Загадки, говоришь, заросло живность. Мне бы помощь зала не помещала. Озеро. Стоп, что? Какое озеро? Это болото когда-то было озером с водой чистой, как слеза. Но пришло зло и осквернило все, к чему прикоснулось. Стандартная ситуация, я не удивлен. И с чего мне начать? Сперва нужно разрушить 3 плотины, перекрывающие ручьи, впадающие в озеро. Вот рецепт зелья, сопротивление яду. Хорошо, вернусь, как закончу. Так, поймать рыбу-фугу. Угу. И, наверное, из рыбы-фуги...
Мы с вами сделаем этот, как его, противоядие, правильно я понимаю? Сейчас, ребята, одну секундочку, сейчас мы продолжим. Сейчас мы продолжим, всем побежали. Пошли попробуем поймать рыбу-фугу. Ага, это краб, да? Краб-очельник, стой! Ля ты, падла. Стой, хочу крабовых палочек. Так, надеюсь, наша будущая мадмозель не видела этого. Так. Что нужно? Нужно поймать рыбу-фугу. Три штучки. Так, хорошо. Ага, нужно успевать мышкой, да? Вертеть. Нам обязательно зажимать что-то? Нет, не обязательно. Просто нужно попадать вот сюда. Хорошо. Рыба-фугу одна штучка. В принципе, несложно. Так, хорошо. Огрызок. Прикольно. Ладно. Так, надеюсь, сейчас мы с вами поймаем еще одну рыбку. Рыба-фугу, хорошо. Ну а грызок у нас пойдет с вами на компост. Хотя я им и не пользуюсь, но ладно. Думаю, когда-то пригодится. Ага, еще один огрызок. Слышь, зайка, ты не хочешь мне помочь, не? Ты как бросалка, могла просто позвать бы эту рыбу. Три штуки. Обязательно вот это все усложнить. Попросишь ты меня винишко, я тебе скажу, ну, вот тебе семечко, иди выращивай виноград, а потом делай себе вино. Так, создать зелье сопротивления ядом. Хорошо, давай попробуем. Давай, наверное, возьмем только в руки факел. Надо будет запомнить, где наша зайка осталась. И пошлите домой. Ну, горшочек-то у нас есть. Наверное, нам нужно будет сейчас просто рыбу-фугу туда положить, правильно я понимаю? Так, Вейс, ты поговори с торговцем, но это есть. Создайте зелье, хорошо. Так, яблочко пока трогать не будем. Му. Му-му-му-му-му-му-му-му. Так, здорово, паучок. Я буквально на секунду положу вот сюда, да. Идемте. Идемте, наверное, сначала мясо положим. Мясо краба. Оно же где-то было здесь, либо не было. Вот, да, кстати, купил себе два новых сундучка больших. Так, где-то у нас тут мясо было. Краба, вот, 4 штучки. Нужно будет забрать. Угу, вот сюда. Отлично. Все, идем готовить. Рыба-фугу. А что нужно? Не понял. Не понял. Я таки извиняюсь. Напитки, прочие. Кекс, жареная, вареная, суп из форели. Ребят, мне кто-то скажет, почему у нас не получилось. Сейчас подожди. Ладно, давай с торговцем поговорим. Мало ли, может, у него есть эта штука. Давай сначала посмотрим. Так, расходники, зелье, зелье. У тебя есть какое-то зелье?
Так, рассказывай, что карету в лесу видели. Ну или повозку и мужика, который помощи просит. Сходи, проверь, может... Он именно тебя там ждет. Так, найди мужика в лесу. Кто-то в беде. Найти мужика в лесу. Так, ребят. Давайте, наверное, мы вернемся назад к нашей зайке, точнее русалке. Наловим еще рыбки. Не-не-не, мадам паутина, ешь не к вам, все хорошо. Наловим с вами еще рыбы. И сходим к той подруге, у которой мы зелье с вами делали. Потому что я что-то не понял. Если честно. Так, лес, болото, озеро. Озеро сюда, по-моему. Если честно, я так и не понял, что произошло. Я та рыбу туда засунул, но... Ничего не получилось. Так, здорово. Ты ко мне? Так. Так, братиш, не знаешь, как сделать зелье? Не. Жалко? Жалко, надеюсь, это не тебе нужна была помощь. Так, где наше озеро? Где наше озеро? Потому что я спешу, не могу. Так, дай сюда грибочек. Это паутина, это лес, это не то, да? Нам озеро нужно. Я опять заблудился, да-да-да, ребят. Не поверите, но я опять заблудился. О, рыбочек. Есть. Белых у меня грибов уже много, штучек 20, наверное. А вот таких вот синих маловастенько. Так, давай еще наловим трибофугу. И сходим к волшебнице. Может, с ней нужно поговорить? Я не знаю, давай... Словим. Ой. Так, понеслось. Давай сейчас словим, подойдем к ней. Если она нам подскажет, как говорить это, то будет хорошо. Если нет, то придется потом искать рецепт. Огрызок мне не нужен, спасибо. Спасибо, но огрызок мне не нужен. Так, давай. Опачки. Есть, хорошо, один. Все, наверное, еще два огрызка поймаем с вами. Интересно, на что мы ловим рыбу-фугу? Ну, то есть мы ножи какую не используем. Так, очередной огрызок. Ладно, давай заберем. Все в семью. Может, реально нам рецепт нужен? Хорошо, две. Давай нам еще один огрызок и потом рыбку. На. Ну, либо, возможно, мне нужно помочь мужику в лесу, и тогда мы получим у него что-то. Так, три огрызка, 10 яблочек. Нужно будет потом выложить яблочки, не тратить. Возможно, когда-то мы сможем приготовить с вами пироги с яблоками. Ну, либо просто их занямаем и... Ты издеваешься? Ну, либо просто, я уже их занямаем и сделаем из них компост.
Три кружки поймали. Четыре огрызка, три кружки. Хорошо, мне фуга нужна. Сейчас буду орать, если мы ее больше вообще не поймаем. Реально прям голосину. 3 часа ночи, когда я сейчас записываю. Вот это вот все делаем. Еще один огрызок, ладно. Походу, это последняя рыбка была. Что-то мне так кажется. Прикинь, 6-й огрызок. Угу. Так, давай. Рыбафугу, ура! Ура, ура, ура! Где мы ее молоточком мэкнем? Ты тут огрызки раскидала. Удачи тебе. Ага. Хочешь грибочек? Так. На, понямай. Не хочешь? Окей, ладно. Давай проветривай дальше подмышки. А я точно не смогу без этого зелья это все расчистить. А давайте попробуем, может, сможем игру как-то обмануть. Так, а ну. По-быстрому так. Набрали воздуха. Ёб твою. Нет, не сможем. К сожалению, не сможем. Ладно, придется... Придется создать зелье. Используйте удочки, чтобы выловить рыбу фуку. Задать зелье, прилинять рыбу фуку и печень... И печень медведя. Ага, рыба фугу и печень медведя. Стопэ. А ну давай сейчас проверим. Может, я просто не так что-то понял. Печень медведя у нас, по-моему, есть. Давай соберем еще яблочко. Мы сейчас с тобой его занимаем. Все, отлично. 10. И давай вот так. Все, хорошо. Сейчас сделаем побольше себе удобрения. Возьмем печень медведя. Так, иди-ка ты сюда. Good day. Так, неплохо. Все, нету больше, да? Да, давай так. Раз, два, три. Сейчас поудобряем просто все. Потом даже можем купить себе лейку и полить это все, чтобы быстрее росло. Ага. А если я тебя сброшу вот тут, вот так вот? Ты ж никуда не пропадешь, я надеюсь. Ну, даже если пропадешь, то я, в принципе, не сильно и расстроюсь. Так. Печень медведя, печень медведя. Где у нас печень медведя? Вот печень медведя. Идемте пробовать создавать. Так, рыба фугу. Печень медведя. Приготовить. Так, зелье сопротивления яду. Та ты шо, ребят, ля. Бум. Есть, хорошо, отлично. 3 штучки мы с вами сделали. Так, что у нас тут, сколько у нас тут яблочек? Много, да? А здесь у нас что? Грибочки, грибочки. Вот грибочек. И вот грибочек. Так, кружки. Хорошо, что еще лишнего? Печень лишняя медведям. Не, тут яички. Туда печень. Все, пошли. Так, побереги, пожалуйста, вот этот
Остереги его. Остереги наше удобрение. Так, изумрудный грибочек мне надо. Ладно, давай, давай заберем. Давай заберем, потому что я знаю. Сейчас придут. Украдут у нас. И все. И больше у нас ничего не будет. Да, кстати, дай мне зелье, пожалуйста, для лечения. Знаете, что хотел бы использовать? Перышко. Вот это зелье перышко. То есть, возможно, мы летать сможем с вами. Так, и насколько меня хватит? Так, болото. Таверна, озеро. Погоди, озеро у нас вроде там. С той стороны. Найди мужика в лесу. Звучит как план, да? Найти себе мужика в лесу. Не, спасибо, я же себе уже русалку нашел. Как говорится, навряд ли мне Дрю Бэрримор напишет, так что будем пользоваться услугами русалки. Побежали. О! Красти Крабс, здорово. Хорошо. В любом случае пригодится, ребят. Стоять. Молодец. Хороший мальчик. Так, что здесь находится? Хмель. А, такой штуки у меня нету. Возьму. Хорошо, как говорится, уговорил. Возьму. Так, давай. Выпиваем. Понеслась. И шо? Мишь, эту штуку надо разрушить, правильно? Что-то оно не хочет рушиться. Вам мне кажется, что оно не хочет рушиться? Или что-то не понимаю. А, создай зелье, вернись к русалке. Ёб твою, что ж я так не читаю это все. 15 секунд осталось, понял. Придется, наверное, еще ловить рыбу. Надо читать, Арчи. Так, эти зелья пахнут отвратительно. И как ты их будешь пить? Это зелье сопротивления яду. Для тебя, чтобы получить священные камни, нужно разрушить плотину. Они очень токсичные. Сказала бы раньше, стоило мне прихватить что-то покрепче, чтобы перебить этот вкус. Ладно, бывало и хуже. Что с камнями делать дальше? Так, рядом с водой находится пьедестал, на который нужно установить эти камни. Они постепенно очистят воду, и тогда рыба точно вернется. Что ж, я не такое пил. Вперед. Добудьте священные камни. Помните пьедестал, ребят? Угу. Помните этот пьедестал, который я говорил, что нужно будет по квесту? Да, вот я. Я был прав. Так, хорошо. Понеслась. О, теперь должно сработать. Ёб твою. Ты что, издеваешься? Алло, алло, черепаха. Отстань, я ж тебе помочь хочу. Ты издеваешься? Ты понимаешь, что не руби сук, на котором сидишь, но... Все, 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 зайчик, отстань. Черепашка. Ниндзя. Ага, вот и камушек, да? А вот и первый камушек. Мяу, 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 мяу. Так, успею за 13 секунд добыть еще. Просто не хочется бегать. Рыбу-фугу себе еще добывать. По идее, 4 секунды. Нет, не успею, да? Не успею, хорошо. Точнее, плохо, ну хорошо.
Так, камушек и... Так, 40 секунд. Помогай, Красти Крабс. Помоги мне, падла. Давай, 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 зайчик. Ради вас же стараюсь. Так, 30 секунд, хорошо. Блин, там угнать за 60 секунд было, что мы за 30 секунд не справимся с вами с бревнами. Главное, чтобы топор сейчас не разломался в самый последний момент неподходящий. Есть, все, отлично. Тут где-то должен быть пьедестал. Ага, вот он. Идемте к нему. Мы таки успели. Еще даже 10 секунд у нас в запасе осталось. Так, установить предмет. Чпунник. Чпунник. Чпунник, ёб твою. Черепашка, отстань. Ну я ж помогаю тебе. Серьезно, я ж тебе помогаю. Ля, вы что, обиделись? Вам это не нравится? Вам нравится жить в грязи? Чтоб от вас пахло каками? Угу, боже знать. Слышь, а где твои друзья? Где они такие? Хитрые, пока я не видел, да? Спиной стоял, они ко мне подходили. Давай. Валентин, иди сюда. Ну да, это тебе не толпой, да, нападать? А тебе не толпой нападать. Тут и пиздюлиться можно. Хорошо. Все. Дом достала библиотека. Побежали. Может еще мясо крабового себе добудем. Как думаете, выше? Раз. Два. Ага, выше. Раз. Два. Есть. Шикарно, шикарно. И мясо добыли, и черепашьи панцири. Не знаю, конечно, зачем они нужны. Но пусть будут. Сколько у нас болтов? Угу, должна быть болтов еще купить. И плюс арбалет новый, потому что этому вообще уже... Конечно, я смотрю. Не-не-не. Краб-отшельник. Не получится убежать. Так, а где наша зайка? Где она сидит? Здорово, погоди. Да погоди, кое-что скажу. Во. А, вон там она вроде. Ну, надеюсь, она нас хотя бы подтёмает за это или не? Как думаете? О, еб твою, блядь. Здорово. Генана. Генана. Как там? А, крокодил ванной. Ага. Эх. Ну что ты, зайка? Так, плотина уничтожена, весь мусор передан на переработку в страны третьего мира. Зато здесь теперь чисто. Спасибо за помощь, теперь рыба вернулась, и ты можешь ловить ее хоть каждый день. А разве рыбки это не твои братья и сестры? Давай не будем в этом углубляться. Рыба вкусная, поверь, и теперь она снова здесь обитает, благодаря тебе. Приятно помогать. Может быть, еще что-нибудь требуется? Хоть я служу, ты готовишь... Отмена, пожалуйста, приготовь уху по этому рецепту. Это особенное блюдо. Здорово, скоро буду. Никуда не уходи. И не уплывай. Буду ждать. Угу. Уха. Уха, уха, уха. Суп из форели. Напитки, прочее. Это ж оно? Суп из форели, ведро с водой. Форель, морковка, правильно? Ты ж это, зайчик, хочешь? Так, уха из форели, да, уха из форели, хорошо. Я просто не знаю, какое количество форели нам пригодится для ухи. Ну, то есть там может быть 10, может 2. Может вообще одной хватит. Ой. Ладно, давай ловить форельку. На ночной рыбалке.
помню, как-то давно хотел рыбалку позаписывать. Вот вам и рыбалка, ребят. Как говорится, два в одном, да? Свежая форелька. Давай, наверное, еще одну штучку поймаем. На всякий пожарный. Хотя, конечно, сейчас можно нам и огрызочек попасться. Ну вот, огрызок, да. Я же говорю, я не уверен просто в количестве форели, которая будет на порцию у нас. И плюс нужно будет морковку вырастить, ребята. Сейчас нужно будет купить семена моркови и вырастить морковку. Морковки у меня нету. Так, свежий карась. Не, карась мне не нужен. Мне нужен форель. Нужно хотя бы штучки 3, я думаю, поймать. Интересно, если персонаж тут откиснет, он потеряет все свое добро, которое у него есть? Или не? Или останется? Блин, давайте пока на звезды позалипаем немножко. Свежий карась. Ладно, давайте еще два раза попробуем. Попробуем еще два раза. Если нет, то пойдем посмотрим как раз заодно, сколько нужно форели для этого блюда. А во-вторых, ладно, пошлите. А ну, последний раз давай вот сюда закинем. И как раз можно будет посадить морковку. Потом посадить себе печень, потому что у нас там три бочки эля. И потом уже отправляться сюда. Так, свежая форель. Блин, я балдю. Сейчас бы реально лег бы где-то на раскладушке. Так на небо звездно смотрел бы. Так. Все, зайка, не скучай. Я скоро вернусь. Побежали домой. Сейчас у торговца... Что это такое? Ты кто? Понял. Сейчас у торговца с вами возьмем семена. Посадим семена, будем выращивать. А потом, когда вырастим, сделаем суп. Не знаю, может, пока здесь будет морковка расти. И если нам две форельки хватит с головой. Здорово, чё ты тупишь? Чё ты тупишь, скажи, пожалуйста. Еб твою, стой. Стой, Пумба. Акуна Матата. Ля, ты крыса. Ладно. Пошлите. Делаем вот так вот, пригодится. Огрызочек выкидаем. Good day. И тебе тоже good day. Выкидаем огрызочек. Сейчас нужно будет черепаху сложить. Где наша черепаха? Есть тут? Да, есть вот. Штучек. Крабовое мясо. Где у нас? Крабовое мясо, вот. Так раз. Все, как раз 20 штучек. Давай смотреть. Ага, а я не могу посмотреть, да? Потому что мне нужно сначала эту штуку забрать. Ладно. Ладно. О! Здорово. Я так извиняюсь, но мы закрыты. Дебила кусок. Все. Ля, стоял, ждал, понимаешь? Меня неделю тут не было. Он стоит, ждет. Погоди, Арчи, посмотри сначала, сколько тебе нужно морковки. Так, суп из форели, да? Форель свежая 5 штучек. Ведро с водой 5 штучек. Морковка 5 штучек. Понял, ребятки, сейчас мы с вами возвращаемся на рыбалку. Нам нужно будет 5 штучек этого всего. Так, рыбку сюда.
Менялся сюда. Грибочек. Не помню, где грибочек у нас был. Тут, по-моему. Да, грибочек вот сюда. Тогда берем, мы с тобой продаем арбалет. Покупаем новый. Топор, наверное, новый, да, там надо будет взять. Да, здорово. Дай мне, пожалуйста, расходники. Во-первых, семена морковки. Да. Потом продаем с тобой арбалет, топор. Где ты? Арбалет. Топор кто-то видит? Или я в глаза долблюсь? А это пора не вижу. А, вот вижу, все, хватит кричать. Вижу, все хорошо. Так, что здесь у нас? Музыкальный автомат за 650. Ну, давай, знаешь, как мы сейчас... Раз, два. Купим музыкальный автомат. Пусть стоит чисто... Чисто видать, в виде декорации, да? 650 могу себе позволить? Могу. Ты что? Деньги есть. Так что... Давай музыкальный автомат. Прям посерединке здесь поставим. Шучу, конечно. Посерединке мы его ставить не будем, но... Предлагаю где-то, где-то, чтобы это все гармонично смотрелось. Вот, вот тут здесь. Все красиво, гармонично, шикарно. Шикарно. Так, берем морковку, сажаем. Идем, еще нужно будет поймать 5 форелей. Сначала поймать, потом поймать их. Так, все, шикарно. Пусть растет. Озеро, по-моему, у нас Винни-Багоши тут находится. Идем теперь 5 штук поймаем. И нужно будет потом в лес ходить с вами, найти этого мужика. Он же ж не уехал. Кто-то в беде. Не. Ну, я думаю, он подождет. У него там волки, медведи есть. Пчелы размером с микроавтобус. Так что я думаю, ему скучно не будет. Давайте сделаем вот так. Давай нямать. О, шикарно. Огрызочек. Ну, я думаю, огрызочек можно тут оставить. Мало ли, может кто-то захочет угоститься. Нужно нам крабовое мясо? Я думаю, нет, правильно? Так, вот так, вот так вот. Все, понеслась. Ловись, рыбка большая и маленькая. Но лучше большая. Вот это вот что-то серьезное, да? По-любому сейчас тут какой-то будет мегалодон. Божечки, да остановись ты, спасибо. Серьезно, я за огрызок так сражался? Там как минимум прошкаин должен был быть. Ну серьезно. Так, 3 штучки. Знаете, лучше бы они сделали, наверное, приманку конкретно на форель. Ну то есть, не знаю, там... кусочек яблочка, либо червячок какой-то в огороде накопать. Чтобы я точно знал, что это форелька, чтобы я время зря не тратил. Не, когда ты просто играешь без записи, то тебе, в принципе, все равно. Сколько по времени. Ты просто кайфуешь от этого. Но когда у тебя идет запись, и ты хочешь в эти 40 минут, либо полчаса что-то впихнуть, невпихуемое... То вот так и получается. Так. Наверное, мы сейчас поймаем с вами 3 форельки. Пойдем домой. На этом серию мы с вами и закончим, я думаю. А в следующей уже будем идти к мужику в лес. А потом отнесем муху нашей зайке.
Так, карасик, хорошо. Блин, мне еще две форельки, и я уйду. Давай. Русалочка, помоги мне, пожалуйста. Позови своих братиков. Хорошо, вот, и еще одного, пожалуйста. Ну, если тебе, конечно, не сложно. Кстати, как тебе игра? 8-я серия. Если ты посмотрел ее с 1-й по 8-ю, то напиши, как тебе игрулька. Скачал ее себе, ну, либо скачаешь, когда будет такая возможность, и будешь ли ты играть в нее с друзьями. Игрушка реально классная, она мне нравится. Я обожаю такие игры, я реально кайфую от них. Но единственное, что здесь упор, наверное, на коллективное прохождение, а не на соло. Потому что таверной мы реально с вами не занимаемся. У нас нету помощников. Можно было бы, конечно, нанять бы каких-то там волшебных существ на кухню, сделать им меню, и пусть бы они себе готовили, правильно? Тем более это не так сложно делается. Прошлый симулятор таверны у меня был, у меня там феи работали на кухне. Ну то есть была просто кухня, я назначаю фею, все, 5 штучек есть, и фея спокойно себе готовит. А здесь приходится самому. Так, идемте домой. Идемте домой. Сейчас выложим рыбу фугу. Мало ли, может, что пригодится для какого-то зелья. И заодно посмотрим, может, и морковка выросла. Вот я думаю, может, сразу пойти мужика поискать. Ну, в следующей серии. Или сначала суп сварить. Как говорится, из семи чудес света. Так, одно яблочко оставим. Давайте их яблочком угостим. Давайте. Ля, сколько у меня яичек. Кушай. Кушай, моя хорошая, кушай. Так, морковка. Да, морковка готова. Так, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем, как говорится, пока-пока, да потом. Сейчас я все сложу. Рыбку надо будет куда-то сложить с вами, да? Лишнюю. А яблочко, наверное, убрать. Вот эту рыбу фугу вот так сюда. Да, сейчас я все сложу. Все, вот это чемоданчик. Не, нужно будет сделать компост. Потом в следующей серии мы соберем с вами морковку. Сварим суп, пойдем найдем мужика, выполним квест мужика, вернемся к русалке. Мало ли мужика там что-то несложное будет. И дальше потом будем с вами, я бы сказал, бы развивать нашу таверну. Но вы сами видите, у меня один столик, один музыкальный автомат. Таверной я вообще своей не занимаюсь. Да, я на запись, конечно, делал бы, как я один столик обслуживаю и готовлю, но я не верю, что будет вам это интересно смотреть. Так что все, всем еще раз спасибо, всем до потом, пока-пока, и на этом месте в следующей серии с вами и услышимся. Все, удачки, ребят.